Мальчики, кто вас учил так играть? Напрягитесь хоть немного. Так нельзя. Эко, брат, покажи нам свой знаменитый прием. Да, я талантлив. Но, ребята, смотрите, я на важном задании. Я несу свадебное платье. Так что не мешайте. Ну, брат Эко, ну хотя бы разок. Хорошо, хорошо, идите сюда. И не нужно мне аплодировать. Нужно передавать свой опыт. Давай, пни мне мяч. Так. Оп, 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 оп. Видели? Грудью. Видели? Отбил грудью. Отойдите, мотоцикл едет. В сторону. Понятно? Суть в мягких движениях. Вот и все. Больше практики. Давайте. Вот это я попал. Папа, дело плохо. Папочка, это же внизу, она не заметит, правда? Сын, не глупи. На таком платье видно каждое пятнышко. И что делать? Элиф мне строго-настрого наказала принести ей платье. И если не получится, Элиф передумает выходить за меня замуж, не говоря уже о тете Зимрюд. Сынок, спокойно. В таких ситуациях нужно сохранять спокойствие. Я все исправлю. Мама, мама, точно. Почему я сразу не додумался? Расскажем ей, она все уладит. Эко, нет, постой. У меня есть хороший порошок. Пятновыводитель. Ты думаешь? Уверен? Посмотри мне в глаза. Смотрю, но пока не очень убедительно. Ладно. Думаешь, получится? Конечно. Аллах. Оно мне очень подходит. Какое красивое платье. Немного свободное. Немножко убрать с боков, чтобы все увидели мою талию. Как же я потанцую. Буду танцевать лучше всех. Ты видела, какая она завистливая? Купила точно такое же платье. Эта Минэкше очень завистливая. Думает, что я передумаю. Ни за что. Зюмрюд Карфалы никогда не сдается. Мама, у тебя много денег. Ты можешь получить любое платье по щелчку пальца. И вы правда собираетесь надеть одинаковое платье, как близняшки? И нас вы это втянете? А я что? Пусть покупает себе другое. Мне без разницы. Она может позволить себе другое платье. Мне идет больше. В нем я кажусь выше и худее. И сидит на мне лучше. Оставь мое платье. Где твое? Эко все заберет. Мама, ты бы видела. Это самое красивое платье. Я попросила Эко, и он сразу согласился. Видишь, он милый и добрый. Ну да, конечно. Широковатые бока, широковатые. Схожу к портному. Папа, Аллах, что ты наделал? Пятно только стало больше. Посмотри, что ты наделал. Я ошибся в формуле, но не знаю где. Не понимаю. Да, если бы ты знал, что делать, ты бы не ошибся. Ты меня переубедил, глядя в глаза. А теперь посмотри. Оно растет, пятно растет. Мне конец, папа, мне просто конец. Эко, с меня хватит. Справляйся дальше сам. В смысле? Кто это сделал? Еще и ногу закинул и отвернулся. Аллах. Папа, это Элиф. Ответь, прошу. Меня нет. Скажи, Эко умер, и его похоронили. Ответь, пожалуйста, пожалуйста. Почему я должен отвечать? Отвечай ты. Я? Цветочек мой. Любимый, забрал самое красивое свадебное платье на свете? Цветочек мой, тебя не слышно. Алло, звук пропадает. Связь плохая? Эко, ты забрал платье? Плакса? Кто? А, платье. Любимая, дело в том, что мы сейчас немного заняты. Уладим дела, и я привезу тебе платье. Ладно, я тебя очень люблю. Пока-пока. Любимый, я бы забежала буквально на 2 минутки. Совершенно тебя не слышу. Совершенно. Ничего не слышно. Ладно, Элиф, я кладу трубку. Пока-пока. Люблю. Эко! Папа, как мне выиграть время? Она же сейчас придет. Аллах, пятно стало еще больше.
Мама. Мама моя. Мамочка. Мамочка, ты же гений стирки. Ты можешь постирать одежду, не смешав цвета. Пожалуйста, выведи это пятно, мама. Аллах, на кону моя свадьба. Помоги мне, пожалуйста. Мамочка, любимая, умоляю тебя, помоги. Выведи пятно. Дурак. Согласен. Дурак. Ты испортил платье своей невесты. Я не испортил, я ничего не сделал. Это он испортил. Давай, рассказывай, папа. Давай, я налью чай. Никакого чая. Давай, рассказывай. Мама, послушай, что он скажет. Рассказывай, я слушаю. Душа моя, я решил отстирать пятно умным пятновыводителем. Оказалось, он не такой уж и умный. Что ты опробовал, Елчин? Умный пятновыводитель? На свадебном платье? Аллах, за что мне все это? Азан еще и нанял этого идиота. Он обанкротит компанию. Да, я разрушаю все, к чему прикасаюсь. Мама, у меня проблема. Моя невеста скоро придет. Пожалуйста, выведи это пятно, я тебя умоляю. Аллах, прошу тебя. Пожалуйста. Мамочка, прошу. Есть лишь один выход. Мы пойдем к Хикмету. Хикмету? А кто такой этот Хик... Не получается, не получается. Папа, что могло произойти? Мне-то откуда знать, сын? Кто знает? Очень некрасиво получилось. Вытащили посреди ночи из дома и заставили работать. Душа моя, это же химчистка. Издержки профессии. Иногда приходится реагировать очень быстро. Это нормально. Опять он про профессию. Хикмет. Хикмет, брат, прошу, скажи, что все получилось. Получилось? Нет, не получилось. Не смог, все перепробовал, но, к сожалению, не получилось. А мы так надеялись. Ты был нашей последней надеждой. Мне жаль. Не знаю, что это был за химикат, но вывести не удалось. Давай, рассказывай. Химикат. Ты бы еще в кислоту опустил, а, папа? Правильное решение. Поздравляю, Елчин. Правда, браво. Ты подписал мне приговор, папа. Своими руками. Мама, а что, если шить новое? Конечно, сынок. Дай только пару часиков. Правда? И зачем мы так волновались? Ты совсем глупый. Хотя чему я удивляюсь? Решили погулять на ночь глядя? Занимаемся спортом. Кафе закрыли пораньше? Да, пораньше. Что ты прячешь? Ничего. Я что, с тобой разговариваю, усатый? Нет. Менекше, ты что затеяла? К тебе обращаюсь. На платье, само собой, что-то пролили. Отнесли в химчистку. Вы идете оттуда. Не старайся зря. Не надо. Я надену это платье. Мне больше идет. С кем ты вообще соперничаешь? Перед тобой Зюмрюд Карфалы. Я бренд. Идите отсюда, беднота. Думаешь, что я не надену это платье? А я надену. Надену тебе назло. Надену, надену, надену. Повезло, что не поняла. Иди. Хорошо, хорошо, я сейчас уберу. Похороню, а то лежит такое белое, да? А? Дверь. Элиф пришла. Я сплю. Боже. Сын, у нас свет горит. Она что, глупая? Нет, совсем нет. Ладно, нам не избежать своей участи. Придется открыть дверь. Тогда мы пойдем. Куда? Не хочу смотреть на этот позор. И я тоже. Очень стыдно. Что вы за родители? Как же поддержка, а? Аллах, иду, иду, иду. Любимый. Цветочек мой. Как дела? Привет, рад видеть. Забрал свадебное платье? Конечно, я забрал. Но хочу кое-что сказать. Сейчас в Европе, то есть я видел в интернете, как девушки надевают крутое платье.
Да? А парни, спортивный костюм или типа того, выглядят очень здорово. Я считаю, что свадебное платье — это пережиток прошлого. Ты так не считаешь? Что ты сделал с моим платьем? А? Что? Перестань, что я мог? Скажи мне правду. Ничего не случилось. А вот и платье. Самое красивое свадебное платье на свете. Что с ним? С ним я не знаю. Не подержишь? Нет, нельзя, не открывай. Ну перестань. Отойди, давай же. Отойди. Нельзя открывать до свадьбы. Какое красивое. Только посмотри на эту вышивку. Боже, ну какая же красота. Эко? Да. Эко, что это? Что? Что случилось? Добавили другой цвет? Эко, что это? Когда я возвращался домой, дети сказали: «Брат Эко, давай сыграем в футбол». Футбол? Да, я хотел показать пару движений. Не смотри так. Я ничего не сделал. Да и чехол должен был защитить платье, но не защитил. Сходи за ножницами. Ножницы? Нет, я сам себя убью, только запачкаешь свои руки. Сходи за ножницами, Эко. Она тоже кричит: «Аллах». Так или иначе, свадьбе быть. Я все исправлю. Отдай мне. А это положи сюда. Оставь там, иначе поссоримся. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.